дяденька, подойди попозже. Попозже. Кида знает, где они ходят, поставят товар. Ну, я пробую. Ну, ладно, нормально, но... Директор рынка. Да. Крупным планом. Валютного. Да, снимай как раз. Тёк, снимай. Ну, я здесь. Марочки. Российские. Самые крупные предприниматели. Да, самые крупные. Экспорт-товары. Все товаром. Вот все, что есть. Ты считаешь, Майя? Я считаю, что он боится. Это она! Это девочка. Сестра. Раз в неделю. Давай, пожалуйста. Ну, я не слышу, что забирать. Что надо? На перекрос слушай, там надо. $10,000
Валентина! Валя, поверни же человеку, так зовет вас. Она застеснялась. Да, мой одуванчик. Ну, а это, мне же на память.
быстрее. Ну, поехать, допустим, с этим товаром. Не фотографирую. Хотя, если бы я взяла... Что вам, девушка? Я просто брать ему не буду. А ты что, не я поедешь? Ну, тут на угол, конечно, полный план. Ну, как хорошо, а? Ты вот все А он лишь просто, он такой вот, знаешь, как-то связан, типа давили его или что-то, не знаю, когда везли его или что-то. Он весь такой. Серьезно? Ты меня звала? В чем дело? Выгонят скоро. Широко плечи, желудок. В чем дело? Че? Широко плечи, желудок. Для камеры. Да. Смотри. Улыбку, улыбку. Я сразу рекламу, видишь? Ну. Кушает. Это значит, жить будет. Сразу с рекламой. Жить будет. Люблю пирожок. Я думал, девочка любит. Кого? Девочка тоже. С пирожками. И с пирожками особенно. Видишь, пирог за машину. А? А, ну да. Импортная? А. Московская, да? Хватит, не хочу я. Витя, мой магнитофон. О. Продается. Лампочки не мигают? Не, не мигают, не хотят. Беда. Осталось 20 секунд осталось. 20 секунд. Какую цену зажигал? Реклама двигателя торговли.